Добрый день, друзья. Я Быстрый Олень, вновь с вами. Сегодня в Торонто, 10 октября, юбилейный тур Александра Розенбаума. Добрый вечер, дорогие друзья мои. Несказанно рады сегодня в этом замечательном зале, в вашем замечательном городе Торонто, в котором планирую огромное количество лет уже вновь встретиться с вами, петь для вас, видеть вас. Спасибо за интерес к концерту, это большая честь. Вдвоем.
концертный зал цунами налетел. 9 год. Мы сыграем с пацанами стиль тяжелый криминал. Гоп-стоп! Мы подошли из-за угла. Гоп-стоп! Ты много на себя взяла теперь. Расплачиваться можно. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Взглядом слышь березы, посмотри на это море. Видишь это все в последний раз. Теперь расплачиваться можно. Посмотри на это небо. Взглядом слышь березы, посмотри на это море. Вот что ты отказала ласки мне. Вот что ты так любила, вспомни мне, ты шел и перечи носила. Вот и хранила, все полковникам стелила. Ноги нахлила, и волной совсем забыла. Ты не роза, это получается. Ты шел и перечи носила, кожи крокодила, все полковникам стелила. Ноги нахлила, мир волной совсем забыла. И ты, роза, это получай. Лоско цемент засунь ей под рыба. Александр Павлович Алексей!
Ну и режиссер Александр Маркисов. Thank you.
Спасибо. Благодарю вас. Если за освещением русскоязычный человек, то дайте полный свет в зал, пожалуйста. А если дают, да? Вот, вижу. И вот эти, то, что мне в глаза выключите, рампы, take off, вот, давай. Глазочки, вот этот свет. Не слышите. На иврите не understand. Вечернюю застольную! Застольную! Ну, кроме бекиса, пожалуй, на идише. Я к чему все... Нет, до конца если можно. Совсем. Отлично. Я для чего это делаю? Для того, чтобы мы вас всех увидели. Вот сейчас, когда нам глаза не светит, ничего, и свет залезет, мы вас всех видим еще раз. Пожалуйста. На нашем, как говорят, рынке. И знаю, что сегодняшнее количество людей на концерте — это большая награда для артистов. Вас много, практически полный зал. Спасибо вам большое. Наши поклоны вам — это не какой-то, знаете ли, кем-то когда-то придуманный ритуал. Это искренняя благодарность артиста публике за то, что публика дает ему возможность жить. Не проживать, а жить. Потому что прожить может каждый, слава Господу и родителям, а вот жить некоторые не могут, потому что жить — это значит для меня, по крайней мере, это приносить пользу не только, и не прежде всего, не только себе любимому, а окружающим тебе людям, своим профессиональным делом, хлебопечением, футболом, заливать голы, которые будут помнить десятилетия, врачеванием, педагогикой, чтобы тебя помнили. Пару-тройку поколений учеников, вот тогда это учитель. А для артиста ощущение приносимой им пользы — это публика в зале. А дальше уже кто бы что ни писал, а кто бы что ни рассказывал. Это уже, как говорят, опять же, на идише, халоймас. Пустые хлопья. Потому что главное — это публика. Если она у тебя есть, если она к тебе приходит, если она, несмотря на позднее время, при зажигании света в зале не рвется в гардероб, вот это и есть счастье для артиста. Спасибо. Славный шорт. Илья, это стылый чука. Ай, да выстрел, только повезло опять не мне. Вечерее, имя ночи наблюдаю тупе. Разжирели, утка осенью. Большой цель. Отец мой, мать,
кричить, не кричить. Любиш, так не любиш. Гуляш, так не гуляш. Привет, так привет. Только знаю, что когда-нибудь в один из дней все вернется, обязательно опять вернется. И погода, и надежда, и тепло друзей. Как вас скучает, да что бы радостней было. Встречи, она уже не за горой, вновь мечтою из полета возвратятся утки, сказка ваша по озерам с голубой водой, как когда-то за лицом и гонялся быстренько рече, вот так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощайтесь. Говорю вам, как всегда, до скорой встречи. See you. Все вернется. А вернется, значит, будем...